Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем туристическом гараже опять пополнение. В этот раз нам очень-очень сказочно повезло. Приобрел я на этот раз туристический тент. И приобрел я его очень-очень дешево. Вот. Вот такой тент в Декатлоне стоит 60 евро. Это хороший качественный тент. Размер его получается, ну, чтобы было приблизительно, вот вы видели, значит, тут получается 285 на 285 сантиметров. И высота палок можно поднять на 1,80 м. Он идет в полном комплекте. С палками, с колышками, с натяжителями, все хорошо. Вот наш Мигельтон. Он тут тоже позирует, а как же без него? И что я хочу сказать? Как раз вот эта вот история, друзья, о том, как сэкономить деньги. То есть в Декатлоне эта штука стоит 60 евро, но у нас есть в Испании такая платформа, где продают ненужные вещи. Называется она вещи, ненужные вещи, называется она Валлапоп. И вот в этом Валлапопе я увидел, что человек продает вот этот вот туристический тент. И он его всего лишь навсего продавал за 16 евро. То есть и доставка мне обошлась 5 евро. То есть мне обошелся вот этот туристический тент в 21 евро. Но сам факт того, что вот сверху он немножко грязноватый, то есть это лежал тент у человека в гараже, но он им никогда не пользовался. То есть вот он, я его вскрыл, то есть как вот заводской упаковки были вот эти натяжители, так они остались. То есть вот это сложено как было, то все так и осталось. Это очень удобная штука. Почему? Потому что мы ходим летом в горы, и в горах, например, сильно палит солнце. И вот чтобы скрыться от него, он нужен, мой уже я потерял, будем говорить так, потому что я вот там уже износился. Вот, и поэтому, вот видите, какие варианты можно приспособить этот тент. То есть он мне, я надеюсь, послужит. Поэтому, дорогие друзья, не всегда нужно покупать в Декатлоне. Некоторые вещи я вот покупаю именно в Валлапопе. Почему? Потому что можно очень-очень существенно сэкономить. Поэтому пользуйтесь. И это всегда дает вот такой эффект. Так что до свидания. Всего хорошего. Удачи в горах. Берегите себя.